Принцесса летит в неизвестность. Молодость старится, блекнет краса. Жизнь на земле скоротечна и тленна. Вечны лишь только одни небеса. Жизнь на земле скоротечна и тленна. Вечны лишь только одни небеса. Розы полюбишь, их осень погуби. Арфу возьмешь, ветер струны порвет. Друга найдешь, может, он позабудет. Но никогда не забудет Христос. Друга найдешь, может, он позабудет. Но никогда не забудет Христос. Летит в неизвестность. Молодость старится, блекнет краса. Жизнь на земле скоротечна и тленна. Вечны лишь только одни небеса. Жизнь на земле скоротечна и тленна. Вечны лишь только одни небеса. Thank you.
Дорогие братья и сестры, особенно родственники, мы прибыли на место погребения, чтобы отдать последнюю дань другому брату нашему, проводить его последний путь. Мы хотим разделить эти самые, может, трудные минуты, последние минуты расставания родных со своим дорогим братом, со своим родным. Мы хотим, чтобы Господь в эти минуты особенно был близок ко всем нам, особенно к родным. И когда сегодня мы перед лицом смерти, мне хотелось напомнить, что Слово Божие по-особенному сегодня говорит нам о жизни, говорит нам о жизни вечной. Мы хотим, чтобы Господь благословил нас в эти минуты. Мы будем молиться перед молитвой. Мы желаем напомнить эти слова. Мы зачитаем книгу Откровения, 21 глава. «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с небом, приготовленный, как невеста украшена для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними». Они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова эти истинны и верны». И сказал мне: «Совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». С этой надеждой мы будем говорить брату нашему «до свидания», будем прощаться с ним. Господь говорит, что Он оставил обетование, и нас живых не оставит. Он говорит: «Я буду с вами во все дни до скончания века, доколе приведет нас к этой дивной встрече с нашими родными». Мы помолимся, чтобы Господь благословил нас в этот час. Аминь. Аминь.